Итак, сорт яровой пшеницы Ликомера. Ну, я так изрядно над этим сортом поиздевался, вот по предшественнику там соя, в отличие от риза. Здесь у меня не только способ посева, да, там междурядье 12,5, но есть и 37,5, и 25, и нормы различные, от 600 тысяч где-то я сею эту пшеницу. Итак, это вот у нас 5 миллионов, 4, 3 миллиона. В целом пшеница себя показывает с хорошей стороны. Это 3 миллиона. Мы ее выращиваем не так давно, это уже, наверное, третий год. На сортоиспытание она себя хорошо показала. Так, это 2 миллиона было, это 1 миллион. 1 миллион с междурядьем 25 сантиметров. А почему с 25 сантиметров? Чтобы, ну, чтобы удержать рядок, чтобы рядок был более четкий. Потому что даже сеялка, ну, катушечная сеялка, она не дает той равномерности при меньших нормах. Даже с, вроде бы и с нормой миллион. А здесь получается 1,5 миллиона. Оно видно, заметно. Здесь 2 миллиона, что рядки уже более загущены. 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. Дальше у меня уже, конечно, идет междурядье 37,5. То есть мы уже перекрывали 2 сошняка. И здесь у меня уже норма получается 1,7 миллиона. С таким междурядьем здесь 1,4 миллиона. 1,4. На этой делянке 1 миллион. Норма высева. И здесь вот 650 тысяч. Норма высева 650 тысяч. Ну, пока сложно говорить о том, как себя ведут, сравнивать, потому что еще очень мало времени прошло в плане кущения. Есть некоторые, конечно, визуальные эффекты на более загущенных посевах и более изреженных. Конечно, там по листовой пластинке можно сравнить, по высоте растения. То есть эти вот моменты есть по цвету. А так в целом, как бы пока сложно об этом говорить, но в то же время пока все неплохо. Что касается этого сорта, сорт достаточно такой стабильный, он немножко по урожаю превышает сорт Триза, но немного уступает ему по качеству, там, может быть, на несколько процентов. То есть в этом случае здесь все идет на урожай. А так, по стабильности и по урожайности он также хорош, как и Триза в целом. Так что вот так вот. Также кустица. Вот здесь вот 3 стебля кущения. Но я думаю, что пшеница еще будет куститься, и куститься будет продолжать. Кое-где 4 есть. Вот такой вот опыт.